Добрый вечер, большая страна. Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать в Дагестан. Мы с вами отправляемся на Анжи-арену в славный город Каспийск, где все готово к заключительному матчу воскресной программы 26-го тура МЛБЭТ Первой лиги, в котором махачкалинская «Динамо» на своем родном стадионе принимает футбольный клуб «Енисей» из Красноярска. Одна из центральных встреч этой недели, один из самых любопытных матчей этого тура. Дениса Тихонова крупно нам показывают, одного из главных ньюсмейкеров и хедлайнеров этой части сезона. Звучит стартовый свисток, и поехали, дамы и господа. «Динамо» и «Енисей» начинают свой матч. Сразу заводятся трибуны на Анжи-арене. И отправляемся мы с вами с головой в события сегодняшней игры. Это, кстати, достаточно опасно может быть. Раздорских. Раздорских. Удар наносит. Перекладину сотрясает. Раздорских ничего себе. Добивания здесь не будет. Еще и нарушает правила Александр Ломакин. Сносит просто Владимира Ковачевича. И вот такое начало. А как вам? Как из пушки выстрелил сейчас Раздорских. Сумасшедший момент отмечаем у Никиты Раздорских. Сумасшедший. Никаких подач. Только прямой удар. Юсупов разбегается выше. Хорошо пробил. Плотненько. Но при всем при этом. Вот такой розыгрыш. Крачковский. Будет бить наверняка. Нет. Подачу мягкую. Хорошую. Ковачевич головой. 1-0. Здорово разыгранный штрафной. И Муталип Алибеков. Капитан Муталип Алибеков открывает счет в этом матче. 1-0. «Динамо» выходит вперед. Вот забрасывает Крачковский. Вот Ковачевич мудрейший головой дальше. Ну да, кстати, здесь Владимир Ковачевич гол забивает все-таки. А по стадиону объявляют Алибеков. Нет, все-таки Алибеков. Вот с этого повтора хорошо видно, что Алибеков. Ну давайте с этого еще посмотрим. Может, еще какая-нибудь версия у нас появится. Но нет, Муталип Алибеков подправляет мяч. Направо можно подавать отсюда. Атака Енисея. Доходит мяч до Масловского. Принимает он его дальше в центр. Опасно может быть Тихонов. Выше ворот мяч летит. Вот такой ответ Енисея. Как вам? Геометрия какая атаки. Да, какие линии. Идти в обыгрыш Магомедову. Под левый убирает. В дальний ставит. Отбивает. И здесь нет гола. Опять убойнейший момент от «Динамо». И какой хороший, классный удар от Ражаба Магомедова. Неплохо. Дальше. А дальше головой Сандрачук. И финальный свисток. 1-0. Махачкалинская «Динамо» выходит на второе место в лайв-режиме МЛБЭТ Первой лиги. Впереди только Акрон. Очень классные первые 20 минут второго тайма от команды Хасамби Биджиева.